Мы на речке. Приехал пораньше, ну где-то минут на 20-25. Ну, в принципе, вот как сереет, можно, наверное, даже пораньше еще. Минут на... Да на час, что тут мелочиться. Все, подзабросил уже. Одна вроде нормально легла, другая не очень. Вода все так же продолжает уходить, причем стремительно. Придется, кстати, наверное, залезать, все-таки там подровнять камышек, потому что там что-то больно плотно как-то. И неожиданно для меня, ну я просто привык уже в одиночестве здесь, да, людей сегодня что-то валом просто. И по ощущениям, что даже с ночевкой оставались. Но я к ним не подходил, не спрашивал, как там у них по улову. Ну, что спрашивать, тут у каждого своя рыбалка, да? Так, ладно. Снасти в воде, а себя можно побаловать кофеечком утренним. Утренний красавчик. Ну, да, кроха, кроха, конечно. Ой, но все равно молодец, что клюнул. А? Как я быстро. По-моему, даже норматив опередил по одеванию костюма, да? Ой, отлично. Причем клюнул на новый рецепт. Неплохо. Так, давайте, клюйте. Ну, прошло минут, наверное, 15 где-то. После заброса и поклевка произошла. Опять дальняя дистанция, все. Так, перебрасываем. Там, конечно, кусты вообще плотные. Как-то слабенько, да? Какой-то недолет. Можно, конечно, и половчее было забросить. Так, ладно, пускай стоит.
чуть похоже на мусор, да? Хотя, кто ее знает, ну просто здесь какая-то невнятная покрывка. Немного времени прошло, и туда звон переместился. Так, ладно, насаживаем, перебрасываем, да и там, наверное, тоже сейчас пересадим, перезабросим, потому что не нравится мне, как она легла. Работаем. Вот он, точно такой же. А забросил-то буквально 5-7 минут назад, и вот он, красавец, волжский голавль. Ну, просто чудо, а не рыба. Причем кинул я ее так коряво, хотел перебрасывать, но нет. Подошел, клюнул, соблазнился на приманочку. Молодец, молодец. Так, ладно, работаем. А вот это уже покрупнее. Немножко, но покрупнее. И по вываживанию приятней. Ой, ой, какое ты мне удовольствие даешь. Просто невероятное какое-то, а? Вот солнышко выходит, и поклевочки пошли. Так, ребятушки, надо перебрасывать. Поговорим чуть попозже, да? Ну вот как так, вот как так-то, а? Причем вот сразу он на этот, на зацеп сел. А, но он там еще сидит, вот дергается. Так, ладно.
действительно, что-то я даже порвать не могу. Бля, ну как ты сел это, а? Ты можешь. Все. Не знаю, по-моему, на узле. Потому что этот, похоже, на узле все-таки ее порвал. А это радует. Во-первых, то, что нет холостяка, а во-вторых, что этот, целостность длины не нарушена. Так, ладно. Вяжем и в бой. Блин, а ну какая поклевочка-то была хорошая, а? Так, ладно. Работаем. Застрял. Вон он повис. Вон он. Вот она, крохотулька какая. Ай. Сидел, конечно, слабовато он. Так. Причем стоит давно. Больше 40 минут и поклевочка. А я тут все вожусь с этой, со снастью, со второй. Но отлично. Отлично. Так, все. Перезабрасываем. Опять повис.
вот это уже трофейчик у меня, да? А, красота какая. Вот это да. Ну, сопротивлялся, конечно. Он хорошо. Блин, вот это сказка, конечно. Пора, пора тебе клевать, конечно, мой хороший. А спина-то какая. А? Блин, голавль, это просто супер рыба. Так, все, перебрасываем. Коряво, коряво, но туда же пошла. Да, что-то прям уже какой день, у меня ничего не летит. Вообще просто невероятная поклевка. И вот такой вот парнишка клюнул. Да, это он, а не она. Сил у него побольше. Вот он, красавец какой. Небольшой, но зачетный, зачетный. Так, только перебросил и поклевка, сколько тут 10 минут прошло. И вот он, свежачок, сработал, а? Красота. Ну какой. Красноперый. На солнышке переливается. Так, ладно, перебрасываем. Рыбалка удалась на славу. Конечно, были упущены некоторые экземпляры, но результат неплохой за сегодня. Причем по ощущениям, наверное, он будет сегодня клевать целый день. Там раз в час, может быть, к вечеру все-таки будет еще какой-то выход более активный. А вообще клевало где-то вот с 10 минут 5 до 5. В 6 часов подошел душман. Потом вот день-делинь какой-то. Ну, худо-бедно подловил.